Друзья, это четвертая ежегодная общегородская битва диджеев. Несмотря на небольшой дождь, у всех хорошее настроение. А все потому, что диджеи зажигают позитивом. Это фабрика новых диджеев, где воспитываются. Где воспитывается культура ихняя, где они показывают мне, что я могу, я действительно люблю музыку, я хочу ее принести новый жанр в нашу культуру. Самое главное в современной политической стратегии нашей партии, стратегии, ориентированной на молодежь, на ее интересы и, соответственно, на пользу общества, вот эта энергия молодая, она вышла. Конкуренты были хорошие тоже, шансов было как бы не особо много, но как бы победа была очень приятная, если честно, даже неожиданная. Эмоции прям очень положительные, как бы очень радостные.